вчера вечером уже сюда по темноте приплыли. Заросшие бывает берег. Мы все вытоптали. У нас так-то и выбора-то не было особо. Ну а ты что делаешь? Вон он сушит туалетную бумагу. Какой пожрать? Ты жрал? Со всеми? Просто тупо стоим. Потому что тупим. Тупёшь. Не надо было купаться тогда. То, что ты купался, тоже вообще лишнее было. 2000 years later. Мы отплываем. После глубокой модернизации мы снова на плаву. Главный конструктор Александр Косачёв. Придумал вот этот конструктив. Нет, вот этот главный конструктор Вано. Я думаю, там родник тоже есть, еще один. Без воды не останемся. Я вообще не пил сегодня, с утра. Пизда. Почему? Вот у нас теперь замечательный плод, мы на нем хоть куда. Камни, 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 камни. Вот, давай, давай, давай. Так у тебя мне жопа в воде, как тебе здесь? Удар по покрышкам. Да вы чё, сука? Давай, прыгай. Ты Саню чуть не утопил. Ну чё ты стоял, блин? На камень дойдём. Да. Нет, да. Я его не... Как ты его последний раз заметил, если я уже давно его заметил, там город ёбаный, из воды. Я тебе сразу сказал, что там камень. Спросил, мы на камень идем? Я говорю, нет, все. Ты не говорил. И идешь дальше на камень. Я его не видел, после момента он не видел. Блядь. Так я иду. Бля. Как это произошло? Еба! Держи вещи! Упала. Сгущенка! Заебись, волна! Где моя сгущенка? Я вас говорю, держите, блин! Бля, он полный! Естественно! Заметьте, я босиком, в отличие от вас. Вано, запрыгивай. Камеры и вот пенопласт. Бутылки вот под 5-литровые. По борту вот здесь так идут. Да. Сами, да, своими руками? Да. А? Ящик, да? Ну да. Да, вещи. Вещи, ну. Родничок где-то ездит здесь? Ездит далековато еще. Далековато? Мы так долго находились без питьевой воды. Мы уже начали воду из реки пить. Ну, оно были в сухпайке таблетки обеззараживающие. Ну, они, может, обеззараживают, но вкус остается. Рыбки плавают. Саня обычно такую воду не пьет. Мы им сейчас наберем, как он говорит, рыбки насрали, а мы эту воду пьем. Это он про речную воду так говорил. Он об этом узнает только когда видео посмотрит. Так что, Саня, ты пьешь воду с рыбьими какашками. Че, Саня, ты это? Воду-то попил?
Чувак, вода. Может, пора бросить курить у нас? Давай мы боком поставим, да, катамаран? Или жопой? Приплыли где-то примерно половину маршрута. Подустаем так. В общем, стабильно, спокойно все. Попадаются разные интересные люди. Все внимание обращают, конечно, на катамаран, но внимание такое. У кого-то, конечно, положительные эмоции вызывает. Кто как бы, ну, понимает что-то в туризме, но у кого-то такие отрицательные. Вплоть до того, что кто-то нас педиками называет. Люди-то, конечно, такие вообще, ну, неприятные. Так-то, в общем, все хорошо. Правее, правее берите. Вон, вон, подожди, не греби. Камень. Не вижу нихуя. Да-да-да, ты там сказал правее, блядь. Да потому что там слева тоже камень, вы на него прыгнули. А говорит нам правее, брать. Блядь, вы чего? Хорошо, что мы не послушали. Саня, блядь. Так Альберт меня заговорил. Альберт выдавал. Пиздец. Вот. А это скотч и... Вот, скотч, стрендж, бутылки. Вообще а? Нормально. Бутылки. Бутылки, ну, камеры автомобильные. Пойдем, поддержим, ребят. Красавцы. Ну, спасибо. Откуда у вас клевые? Экологические... Ну, да. Так я начал грести. Потому что слушай меня, а не Альбертова, но. Я брёл вправо. Да по какой вправо, если я влево скричал, блядь? Альберт, ты нас бил, вправо. Блядь, мы все нормально было. Ты сказал вправо. Вано, скажи. Ты сначала сказал вправо, потом влево. Я не говорил вправо, я сказал влево, блядь. Мы даже время элементарно сейчас не знаем, сколько. Я нахуй на спау телефона не беру. Потому что я уже топил. Сука, телефон 20 косарей стоит. Понятное дело. Но если он промок, то... Что-то. Его можно сделать еще. Что, давайте проголосуем, встаем или нет?
Мне похуй уже. У меня телефон промок. Лежал в верхней точке, кто там что делал. Вода накопилась, пиздец. Что делал? Я виноват, да, блядь? Я тебе 20 тысяч торчу, да? Нет, я ничего не говорил. Я все свои важные вещи вообще в пакет завернул. У меня ключи от машины. Я его полностью в пакет завернул, его 10 раз вот так вот в узлу сделал. У меня тоже вот все в пакетах было. Каких вот? В таких вот, которые пропускают. В том-то дело то, что... Вот смотри, у меня тоже сырая сумка там, блядь. Саня. И ключи будут сухие, спорим? Вчера я в том-то дело то, что я ставил, да, сюда. У меня сумка стояла кверху, и вверх даже не замочился нихуя. Да тут все сырое, потрогай воно. Тут все сырое воно. Все сырое, блядь. На, вставай, уже темнеет. Пиздатый вид, чего вам еще на? Весело вам, пиздец. Да нет, ну, что я нет? Я мочил телефон. Да конечно. Футболка там внутри, скорее всего. Да. Моя. Ты же насмотрщик этого пота был. Блядь, ничего. Все, что в нем, значит, под моей ответственностью. Хотя он дырявый, блядь, изначально. Давай эту, блядь. Так ты начал приранчивать, я хотел поднять. Пиздец вы. Утро третьего дня. Ночью был охуевший. Ну, вернее, ночью был сильный дождь. Но вроде бы тепло. Обещали арктический циклон. Видимо, обманули нас опять. Несмотря на то, что все вымокло, костер мы разожгли. Вон открыл свой сухпайок. Сейчас будем кушать и выдвигаться. Время мы не знаем. Вон утопил свой телефон. Происходит. Раз, два, минус, нет, нет, финал. Ер-ер, теме но цкеба. Кане де ва харайнезе! Все, меняемся нахер. Я, во-первых, больше вешу. Не будет такого хуйни, блядь. Ребят, давай. Что делаете, блядь? Сейчас я толкнусь. Возможно, мы порвали ее.
Нифига Чё, ребятки? Чё? Как вам сплав? Ничего. Как себя чувствуешь? Ну, терпимо так. Недомогание есть. Я что-то съел не то. Отравление. С утра съел что-то не то? Легкое отравление, да. Зачем ты взял фасоли столько много? Она калорийная, дешевая. Легкое отравление? В целом неплохо. Ну, а ты в оно как? В целом нормально, но телефон топлен. Да. Сколько стоил телефон? 20 косарей. Кто в этом виноват? Не буду показывать пальцем. Кто виноват? В смысле? Виноват только сам Вано. А я ничего не потерял, я только приобрел. Я что потерял? Здоровье. Здоровье? Ну, нет. А Вано потерял телефон за 20 тысяч. Я ничего не потерял. Мне хорошо. Все, мы едем домой.